Всех приветствую, с вами художник Федор Усачев. И хочу сегодня вам рассказать, зачем нужны наброски, зачем нужен скетчинг современным языком. В первую очередь, наброски – это наша с вами память. Память, которую можно всегда открыть, полистать разных времен, разных годов и вспомнить те события, которые были. Это в первую очередь, для чего нужен скетчинг. Конечно, естественно, для мастерства. Конечно, естественно, для разработки руки, да, то есть это тоже все входит. Но самое главное – это наша память, потому что мы всегда можем открыть тот или иной какой-то набросок и воплотить картину, которую вы хотели сделать раньше, или вспомнить о ком-то или о чем-то. Это ваша история, это ваша работа, работа, которая будет в дальнейшем вас сопровождать. Вот сзади меня находится новый рисунок, начало нового рисунка. И как видите, присутствует уже контур какой-то. Но прежде чем делать большую какую-то работу, вот серьезную, да, какую-то картину, для этого и нужен рисунок, набросок, сделанный очень быстро с натуры, для того, чтобы потом воплотить то, что было очень ярким в вашей жизни. Вот для этого нужен скетчик. Всем пока, с вами был художник Федор Усачев, и желаю вам много работать и удачи в творчестве.